Здравствуйте, вы смотрите Первый Мытищинский, в эфире информационная программа «День», и вот о чем мы расскажем вам сегодня. Сроки не нарушать. Темпы строительства школы номер 35 отстают от графика. К сожалению, к подрядчику много вопросов, потому что он отстает сегодня по графику на 3 месяца. МФЦ еще ближе. Сколько дополнительных окон откроется в 2020 году? Планируется, но это скорее всего во второй половине года, открытие окон в ковидниках. А пассажиры в безопасности? Об итогах работы транспортной полиции в сюжете Кирилла Тридуба. Ну, основные задачи транспортной полиции – это соблюдение общественного порядка на железнодорожных платформах, в электропоездах. А теперь об этом и многом другом более подробно. Глава городского округа Мытищи Виктор Азаров провел выездное совещание, в рамках которого проверил ход строительства школы номер 35 по Новомытищинскому проспекту. Руководитель муниципалитета пообщался с представителями подрядной организации, осмотрел, как ведутся внутренние строительные работы. К сожалению, к подрядчику много вопросов, потому что он отстает сегодня по графику на 3 месяца. Вторая претензия – качество исполнения работ достаточно низкое, плюс организация труда, на мой взгляд, тоже очень некачественно все делать. Поэтому будем с подрядчиком вести серьезный разговор. Не исключено, что придется расторгать контракт с тем, чтобы все-таки выдержать обязательства и сроки. Сдача школы была намечена на сентябрь 2020 года. Напомним, в 2019-м городской округ Мытищи стал участником масштабной акции, которую провели в Подмосковье в рамках президентского национального проекта «Современная школа». Тогда губернатор Московской области Андрей Воробьев в торжественной обстановке дал старт одновременно начала строительства 50 школ. Здание, которое сейчас возводят на Новомытищинском проспекте, это большая полноформатная школа на 1100 мест. Проект современный, модульный, с использованием типовых решений и эффективных строительных технологий. Согласно плану, будущая школа будет четырехэтажной, общей площадью почти 18 тысяч квадратных метров. Более 20 тысяч подмосковных семей смогут получить региональный материнский капитал. Об этом сообщила министр соцразвития Московской области Ирина Фаевская на пресс-конференции, посвященной мерам социальной поддержки в регионе. С 2011 года 30% семей воспользовались сертификатом на 100 тысяч рублей, который предоставлялся за рождение второго и последующего ребенка. Полученные средства можно было вложить в обучение и улучшение жилищных условий. В 2020 году семьи, которые не воспользовались мат-капиталом, смогут получить 50 тысяч рублей и 50 тысяч рублей в 2021, если в семье родился еще один ребенок. Потратить эти средства можно на любые нужды. Обсуждение планов работы стало основной темой встречи коллектива Мытищинского МФЦ. В 2018-м многофункциональный центр оказался победителем общероссийского конкурса «Лучший МФЦ». Высокую планку сотрудники продолжают держать, ставя перед собой новые задачи. Так, в этом году откроется окно «Мой бизнес» в главном офисе МФЦ на улице Карла Маркса. Здесь смогут получить услуги и консультации индивидуальные предприниматели, представители малого и среднего бизнеса. Также в 2020-м планируется увеличить количество окон МФЦ. В этом году с 1 марта пока на 3 окна в Фудели и на 1 окно в Пирогово. Но в ближайшем будущем также планируется, но это скорее всего во второй половине года, открытие окон в Поведниках. На сегодняшний момент жители поселка Поведники пользуются услугами мобильного офиса МФЦ. Открытие постоянного окна даст возможность сельчанам получать услуги в удобное время и еще быстрее. По статистике, ежесуточно Мытищинский МФЦ обслуживает 1500 посетителей, а в самые загруженные дни – более 2000. Учреждение принимает жителей 7 дней в неделю. 18 февраля транспортной полиции России исполнится 101 год. Ежедневно сотрудники ведомства обеспечивают правопорядок и безопасность граждан на железной дороге. С какими преступлениями чаще всего приходится иметь дело полицейским? И чего стоит опасаться в первую очередь, оказавшись на перроне?
Ну, основные задачи транспорт-полиции – это соблюдение общественного порядка на железнодорожных платформах, в электропоездах, обеспечение безопасного проезда граждан, также железнодорожным транспортом, пресечение и раскрытие краж личного имущества от граждан. По Ярославскому направлению 385 полицейских следят за порядком на 119 платформах. Пассажиропоток составляет 734 тысячи человек в сутки. В таких условиях избежать правонарушений сложно. Однако статистика говорит о снижении их количества. Одна из таких проблем, которых происходит, это травмирование граждан. В данный момент у нас вот за 2019 год 128 фактов таких, в 2018 было 134 факта. Удалось снизить незначительно, конечно, вот это травмирование. Из них у нас 78 человек погибло. 78 человек – это со смертельным исходом. И 6 несовершеннолетних. Больше половины случаев травматизма на железной дороге с летальным исходом. Основная причина все та же – переход пути в неустановленном месте перед поездом. При этом многие погибали под громкую музыку в наушниках и с капюшоном на голове, который ограничивал обзор. А так называемых зацеперов уже удалось искоренить. Удалось полицейским снизить на 18% и количество преступлений, совершаемых на платформах и в электропоездах. Этому способствовали рейдовые и оперативно-розыскные мероприятия. Основное количество преступлений приходилось на кражи. Хочу предупредить пассажиров, чтобы они соблюдали осторожность, соблюдали, значит, в электропоездах, потому что, как правило, происходит это либо в толкушке, когда забитый электропоезд, карманные кражи, телефоны, сотовые связи, либо когда после работы люди едут домой, засыпают, сумка стоит где-то сверху, сбоку, и происходит потом кража сумок. Было зарегистрировано 6 фактов изъятия оружия. Зафиксировано более сотни преступлений, связанных с наркотиками. Всего в 2019 году сотрудниками транспортной полиции Ярославского направления раскрыто 718 преступлений. Кирилл Тридуб, Андрей Капустин, Первый Мытищинский. 13 февраля в 17 часов во Дворце культуры Яуза глава городского округа Мытищи Виктор Азаров выступит с ежегодным отчетом перед жителями. Руководитель муниципалитета традиционно уделит внимание основным преобразованиям, произошедшим в 2019-м. Впервые телеканал «Первый Мытищинский» будет вести прямую трансляцию из Большого зала Дворца культуры. О главных событиях в городском округе Мытищи, об итогах работы и перспективах развития, о том, что касается каждого – 13 февраля в 17 часов в эфире Первого Мытищинского. Не пропустите. Смотрите во второй части выпуска после блока социальной рекламы. В центре «Солнечный круг» свое мастерство показали юные чтецы округа. Душа компании и в школьных делах мастак. Бывало, что на свидание не успевала никак. В лесопарке готовят лыжню к большим стартам. Не подведет ли погода? Прогулочные вполне достаточно, вполне достойные. Просека соответствует, это практически 4 метра. Тепло не только в России. Аномальная погода наблюдается и в Антарктиде. Чуть быстрее ручками. Научиться управлять автомобилем, чтобы сдать на права, это легко. Стоп! Но мне важнее научить человека не рисковать. Знаете, что больше всего уносит жизни? Обгон по встречке. Не надо. Если у вас ребенок в машине, нет ни одной причины рисковать его жизнью и выезжать на встречную полосу. Профилактика семейного неблагополучия включает в себя самые разные дисциплины – от психологии и педагогики до организации досуга и эстетического воспитания. На этом основывается работа Мытищинской комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. Мир в семье позволяет избежать ухудшения семейных отношений. Противоположная атмосфера приводит к затяжным проблемам. С подробностями Сергей Берзин. Очередное заседание комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав началось с обсуждения работы Мытищинского библиотечно-информационного центра. Старая добрая книга всегда была средством воспитания лучших качеств с юных лет. Сейчас дети уделяют больше внимания компьютерам и смартфонам. Самый главный наш противник – это компьютерная игра.
К сожалению, дети настолько ей увлекаются, что порой забывают, что есть книга, есть библиотека и есть куда прийти и пообщаться вживую. Именно в семье нельзя допускать духовной неразвитости ребенка. Но если разорваны семейные узы, подросток замыкается в себе. Его внутренний мир формируется по лекалам поп-культуры развлечений. Дело Кирилла А. рассматривается на комиссии не в первый раз. Парень отворачивается от своего окружения. За неделю 3 административных нарушения, мелкое хулиганство, алкоголь, нежелание учиться. Как его вернуть к реальности? Скоро наступит совершеннолетие. Возможно ли его духовное пробуждение? Наверное, он многое раньше недополучил, недочитал, недопонял. Теперь он сам проблема и для себя, и для своих опекунов. Последнее предупреждение. До 15 марта посмотрим за поведением Кирилла. Значит, Ирина Сергеевна подключает сотрудников оперативных служб. Если в течение месяца у ребенка будут замечания, тогда мы выходим в сыскной суд о помещении в специальное учебное учреждение закрытого типа. И вот его новые обязательства или новые проблемы. В комиссии рассматривается немало похожих дел. Нельзя сказать, что они безнадежны. У многих ребят со временем проходит подростковый морок. Они включаются в жизнь, сами создают семьи. Но важно помочь им, как только возникла сама проблема, еще в юношеском возрасте, убеждены специалисты комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. Сергей Берзин, Андрей Капустин, Первый Мытищинский. На волонтерский форум «Мы – мытищинская молодежь» в 26-й школе собрались старшеклассники почти всех общеобразовательных школ городского округа. Для многих из них это только начало волонтерской деятельности. Им еще предстоит определиться, в каких направлениях эффективнее приложить свои знания и способности. Добровольческая деятельность очень разнообразна во всем мире. Во многих странах молодые люди в буквальном смысле вычищают свои поселки и города от бытового мусора, спасают уникальные природные объекты, выходят на защиту редких животных. Зоо и эко-волонтерство популярны и у нас, но в числе лидеров – социальные проекты. В 2017 году под эгидой Управления по делам молодежи был сформирован волонтерский корпус «Ладья». В него вошли сотни школьников. За эти годы добровольцы помогали ветеранам Великой Отечественной войны, проводили мероприятия, посвященные важнейшим историческим датам. В волонтерском движении активно участвует школьный парламент. С приходом нового пополнения рождаются и новые проекты. У меня культурное. Культурное направлено на восстановление исторических памятников. Для нашей страны это очень важно. Мы помогаем нуждающимся, делаем как бы мир лучше. Ты помогаешь другим, и ну, как бы это когда-нибудь вернется к тебе. Мотивация добровольцев базируется на бескорыстии. В то же время волонтерство – одна из наиболее привлекательных форм активизации и самореализации молодежи. Те же дополнительные баллы, начисленные за работу в волонтерских организациях при поступлении в вузы, не кажутся лишними. Но главное – это ощущение нужности обществу. В детском юношеском центре «Солнечный круг» звучат стихи. Чтецкий конкурс состоялся в рамках фестиваля искусств, главная тема которого – 75-летие Победы. В фестивале принимают участие более 30 мытищинских школ. Какие рифмы о войне и о мире выбрали юные конкурсанты? Смотрите в сюжете Дарьи Ильинской. За 3 минуты рассказать о войне и о мире школьникам помогают стихи и проза. Тех, кто побывал в боях Великой Отечественной, и тех, кто жил в послевоенное время. Главная тема фестиваля «Солнечный круг» в этом году – 75-летие Победы. Участвуют более 30 мытищинских школ. 140 чтецких программ предстоит выслушать жюри за 2 конкурсных дня. Жюри обращает внимание на технику речи, на умение ребенка поставить интонационные паузы, точки, выделить главные слова, на артистизм, эмоциональность исполнителя. Жюри смотрит на то, как ребенок доносит материал, понимает ли он, что он говорит, о чем он рассказывает, как он выбрал, что он выбрал для чтения. Надка, душа компании, и в школьных делах мастак. Бывало, что на свидание не успевала никак. Их звали жених и невеста. Они не смущались, нет. Любовь, это всем известно. Не знает преград и лет.
Екатерина Алешина выбрала стихотворение поэтессы и барда новеллы Матвеевой «На стенке фото пылится». Девятикласснице предстоит рассказать жюри о своих сверстницах, которые в ночь на 22 июня 41-го беззаботно гуляли после выпускного и были уверены в счастливом завтра. Но наступила война. В школе читала, говорили, что хорошо достаточно прочитала при классе, все такие расплаканные сидели. Девочки такие: «Господи, это хорошо, прям за душу берет». В фестивале Катя участвует впервые, хотя опыт публичных выступлений большой. Девушка – актриса молодежного театра «Окно», и свое будущее планирует связать со сценой. Чтецкий конкурс для нее еще и своеобразная репетиция прослушивания перед приемной комиссией в театральный вуз. Есть у начинающей актрисы свои полезные советы перед выступлением. Посоветую высыпаться перед выступлениями, правильно питаться, долго не засиживаться в телефоне и за компьютером, побольше читать. Чтецкие программы участники фестиваля готовят самостоятельно или с педагогами. Это могут быть стихи или отрывок прозы любимого автора и произведения. Тема свободная или военная. Главное требование, чтобы душа самого исполнителя откликалась на выбранный материал. Алексей пятиклассник, но несмотря на юный возраст, подготовил для выступления серьезное произведение малоизвестного автора Мусы Джалиля. Люди кровь проливают в боях, сколько тысяч за сутки умрет. Чуя запах добычи вблизи, рыщут волки всю ночь напролет. Мне понравился мораль, именно его содержание и сравнение. Его содержание, что звери, именно животные, бывают добрее, чем человек. Надо с них пример брать. Фестиваль «Солнечный круг» – это марафон детского творчества в разных видах искусства. Пока жюри подводит итоги чтецкого конкурса, следующие юные таланты готовятся к выступлениям в других номинациях. По традиции, в финале лучшие исполнители и коллективы примут участие в гала-концерте. Когда ты выходишь на сцену, ты считаешь себя таким гордым, и тебе там понравится, вам всем понравится. Советую участвовать, да. Дарья Ильинская, Константин Химичев, Первый Мытищинский. Периодические снегопады в феврале оставляют надежду любителям лыжных прогулок на полноценный отдых в рекреационных зонах. В Пироговском лесопарке началась укладка новых трасс, на которых одновременно смогут заниматься сотни лыжников. В лесу снега много. И не только на ветвях сосен, но и между деревьев, кажется, намело целые сугробы. И это после первого обильного снегопада. Но это только кажется. Для хорошей лыжной трассы снега много не бывает. Для профессиональной лыжни нужен снежный покров не менее 15 сантиметров. Пока выпало около 5. В этом году обустроили первый этап лыжной трассы. Это прогулочная зона, скажем так. Прогулочная вполне достаточно, вполне достойная. Просека соответствует, это практически 4 метра между деревьями. Будет для классики лыжня и будет для конькового хода. Теперь важно рационально использовать весь выпавший снег. Его надо укатать и как можно больше с помощью специально закупленного снегохода. На нем можно пройти в любой уголок лесопарка и выполнить любую подготовительную работу. К ней цепляется специальное оборудование, она у нас сейчас лежит. Вот мы цепляем, укатываем трассу, она сама укатывает, нарезает, все делает. Одна трасса в 1,5 километра длиной, вторая в 3,5. Пока идет обильный снег, специальный каток уплотняет снежный наст, как фундамент будущей лыжни. Так что вскоре от скандинавской ходьбы можно переходить и на лыжный бег и готовиться к главному лыжному старту сезона. Соревнования и наша гонка Мытищинская будет проходить через месяц, то все выходные и даже на буднях мытищинцы пользуются уже подготовленной трассой. В этом году Мытищинская лыжня пройдет 29 февраля. Так что приглашаем всех желающих принять в ней участие. Главный старт в последний день зимы, которая уже преподнесла немало сюрпризов. Она просто долго не начиналась. И вот теперь, когда выпал долгожданный снег на лесные дорожки, остается надеяться, что последний день зимы будет по-настоящему зимним. Сергей Берзин, Андрей Капустин, Первый Мытищинский. Аномально теплые температуры сейчас наблюдаются и на южном конце Чили, а также в Антарктиде. Туристы и ученые озадачены не меньше жителей России.
На юге Чили рядом с Антарктидой установились аномально высокие температуры. Это город Пунта-Аренас, столица области Магальянес и Ла-Антарктика Чилена. Расположен в 100 километрах от самой южной континентальной точки Южной Америки. Погода привела туристов в замешательство. Я видела в интернете, что будет солнце и тепло, но даже не представляла, что настолько. Мы вспотели, потому что на нас два слоя одежды. Погода меня обманула, я оделся слишком тепло. Здесь, в Пунта-Аренасе, действительно жарко. Я приехала с теплой одеждой, но пришлось на месте покупать летнюю. С чилийской исследовательской базой Эскудеро в Антарктиде также сообщают, что недавно зафиксировали рекордно высокие температуры. В окрестностях базы непривычно мало снега. С конца декабря на всем острове Кинг-Джордж, особенно в бухте Максвелл, где работает много баз, не было снегопадов. Это облегчило нам перемещение, но не видеть снега в Антарктиде, честно говоря, странновато. Мы впервые видим так мало снега, и это потрясает. Мы решили установить датчики. Зарегистрировали температуру выше 13 градусов тепла. Ученые говорят, что если ледники на Южном полюсе продолжат таять такими темпами, уровень мирового океана за несколько веков может подняться больше, чем на 3 метра. Так день прошел в Мытищах. Следите за новостями на официальном сайте и в социальных сетях. Прямо сейчас прогноз погоды. Оставайтесь с нами. Сколько времени нужно, чтобы научить детей быть хорошими пассажирами? Что в автомобиле нужно вести себя спокойно, пристегиваться. А ремнем или в кресле зависит от роста или веса. Не так много. Дети быстро все схватывают. А сколько времени нужно вам, чтобы понять, что безопасность своего ребенка можете обеспечить только вы? Карту «Стрелка льготной тарификации» могут получить школьники, студенты,
Школьники сельской местности, военные пенсионеры. Для этого пройдите авторизацию и осуществите вход на региональный портал государственных услуг Московской области. Выберите категорию карты, заполните все поля и перед отправкой проверьте правильность заполнения. Проверить статус заявления вы можете в разделе «Обращение». Для получения карты обратитесь в МФЦ. Для этого вам понадобится номер заявки, документ, удостоверяющий личность и документ, подтверждающий право на льготу. Для активации карты оплатите ее залоговую стоимость на сайте стрелкакарт.ру или в мобильном приложении. Пополняйте карту быстро и без комиссии на официальном сайте и в мобильном приложении стрелкакарт.ру.